13 октября – День защиты от тромбоза. Тромбоз является базовым механизмом ведущих причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта и венозного тромбоэмболизма. В течение недели будут проходить лекции, семинары, конференции и круглые столы на тему тромбозов и гемостазов. С 23 по 25 октября в Архангельске пройдет 5-й межрегиональный форум «Во славу флота и Отечества». Запланирован ряд военно-патриотических мероприятий, торжественный митинг в памяти адмирала Кузнецова, первое межрегиональное молодежное чтение «Морская слава России, Европейский Север и Арктика», спуск на воду нового парусного судна «Яхты Соловки». В школах Архангельской области будут проводиться специализированные занятия по правовой тематике. Темой станут вопросы гражданских правоотношений и профилактики наркомании. Участие в проекте уже подтвердили несколько северодвинских школ. 14 октября по 1 ноября в столице Поморья пройдут юбилейные 10-е дни Германии в Архангельске. В программе «Международная научно-практическая конференция. Трансфер знаний в науке, образовании и бизнесе. Пути взаимодействия России и Германии. Лекции германских специалистов. Показ немецких кинофильмов, мастер-классы и многое другое».